Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющая партнер компании «Роско Консалтинг Аудит». Практически у каждого предприятия есть какие-либо сведения, которые оно старается защитить от попадания в открытый доступ. Эта информация имеет высокую ценность для компании, и эта ценность рискует снизиться или вообще пропасть, если сведения попадут в руки третьих лиц. Такая секретная информация и называется коммерческой тайной. В нашем новом видео разбираемся в том, что такое коммерческая тайна и что к ней относится. Что такое коммерческая тайна? Понятие коммерческой тайны устанавливается в статье 3 Федерального закона о коммерческой тайне. Под ней понимается особый режим конфиденциальности информации, который позволяет ее обладателю получить какую-либо выгоду, например, увеличить доходы предприятия, сократить его расходы, улучшить его положение на рынке и так далее. Это сведения крайне важные как для самой компании, так и для ее конкурентов. Именно поэтому их необходимо защищать и охранять. Кстати, в этом видео вы сможете найти топ-10 бесплатных способов для проверки контрагентов. Какие признаки коммерческой тайны существуют? К коммерческой тайне относятся только те сведения, которые соответствуют следующим условиям. Принадлежат этой компании. Обязательно относятся к предпринимательской деятельности фирмы. Не содержит в себе данных, относящихся к гостайне, неизвестны третьим лицам, хотя представляют для них весомый интерес, защищены от несанкционированного доступа третьих лиц. Последний пункт особенно важен. Чтобы коммерческая тайна была защищена, необходимо ограничить свободный доступ к содержащейся в ней информации и ввести специальный режим. Сделать это можно, например, путем издания локально-нормативного акта «Положение о коммерческой тайне». Какие сведения могут относиться к коммерческой тайне? Каждая организация самостоятельно определяет, какая информация будет относиться к коммерческой тайне. Сюда могут входить различные производственные, организационные, экономические, технические и другие сведения, которые реально или потенциально имеют коммерческую ценность. Главное условие – эта информация не должна быть известна третьим лицам. Если это условие не будет выполняться, то тайна потеряет свою ценность. К какой информации, например, могут относиться сведения? О планах развития компании, о клиентах, поставщиках, контрагентах и партнерах, о финансировании как внешнем, так и внутреннем, о бизнес-идеях и их реализации, о мероприятиях налогового планирования, о налоговых рисках, о переговорах с деловыми партнерами и их результатах, о технологических производственных процессах, о разработанных предприятием, стандартах и так далее. В разных организациях список сведений, составляющих коммерческую тайну, будет различаться. Составляется он руководителем фирмы, исходя из специфики деятельности конкретной компании. А вы знали об этом? Если нет, тогда быстрее подписывайтесь на наш канал. Каждый день вас ждут свежие видео с важнейшей информацией для бизнеса и не только. Не пропустите ничего важного, жмите кнопку подписки прямо сейчас. Какие сведения не могут относиться к коммерческой тайне? Не все данные можно отнести к коммерческой тайне. В некоторых случаях засекречивание информации не будет иметь смысла, поскольку она не представляет собой ценности для третьих лиц. Например, нет резона скрывать время работы предприятия или другие малозначительные сведения. В статье 5 Федерального закона о коммерческой тайне указан полный перечень данных, которые не могут относиться к коммерческой тайне. Например, режим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении информации, которая содержится в учредительных документах фирмы, а также в реестрах ЕГРЮ и ЕГРИ, содержится в документах, дающих право на предпринимательскую деятельность. Касается данных об условиях труда на предприятии, включая численность работников, систему оплаты труда и данные о вакансиях. Касается задолженности по выплате заработной платы или социальных пособий. Касается данных о нарушении компании законодательства. Касается сведений о противопожарной безопасности или нарушениях экологических норм и так далее. Как правильно оформить режим коммерческой тайны? Чтобы ввести режим коммерческой тайны, важно правильно его оформить. Для этого нужно совершить следующее действие. Утвердить конкретный перечень сведений, которые составляют коммерческую тайну. Перечень должен быть предельно конкретным, без размытых формулировок. Установить порядок обращения с этой информацией, то есть ограничить к ней доступ. Сделать это лучше всего документально, а не устно. Например, можно выпустить специальный приказ или положение.
Установить список сотрудников, которые будут иметь доступ к этим данным, а также организовать учет лиц, получающих этот доступ. Учет также лучше вести в письменном виде. Поставить специальный гриф «Коммерческая тайна» на все носители информации, в которых содержатся сведения о коммерческой тайне, а также указать обладателя этой информации. Обеспечить безопасность данных, составляющих коммерческую тайну. Для этого все действия по ее защите нужно письменно зафиксировать и ознакомить с этим документом ответственных работников под подпись. Установить ответственность за разглашение таких сведений. Столкнулись с юридическими трудностями? Не знаете, как правильно оформить документы, разрешить споры или защитить свои права? Не стоит беспокоиться в одиночку. Мы предлагаем профессиональные юридические консультации, которые помогут вам сориентироваться в сложных правовых вопросах. Наши опытные специалисты предоставят вам четкие и действенные советы, разработают стратегию защиты и поддержат на каждом этапе решения вашей проблемы. Просто позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Не упустите шанс сэкономить, используйте промокод YouTube-ROSCO и получите скидку 15% на наши услуги. Вся необходимая контактная информация находится в описании к этому видео. Не откладывайте, действуйте прямо сейчас. Что считается разглашением коммерческой тайны? Разглашением коммерческой тайны считается действие либо бездействие человека, из-за которого составляющая коммерческой тайны информация в любом виде, устном, письменном, на цифровом носителе и так далее, попала в руки третьих лиц, если на это не было получено явное согласие обладателя этих сведений. Например, разглашением будет считаться устный пересказ важных сведений, передача документов или флешки с информацией, похищение базы данных и так далее. Однако также разглашением может считаться и бездействие, которое привело к утечке сведений. Так можно квалифицировать непринятие мер безопасности, которое повлекло за собой попадание важной информации к третьим лицам. За разглашение коммерческой тайны сотрудник должен понести ответственность в соответствии с действующим законодательством. А о том, что такое кибербуллинг и как от него защититься, мы рассказывали в этом видео. Каким может быть наказание за разглашение коммерческой тайны? В первую очередь к сотруднику-нарушителю может быть применена дисциплинарная ответственность на выбор работодателя. Это может быть как простой выговор или замечание, так и более серьезное наказание вплоть до штрафа или прекращения трудового договора с таким сотрудником. Правда, для увольнения работодателю придется собрать все доказательства разглашения коммерческой тайны. Они понадобятся, если не согласный с увольнением сотрудник решит отстаивать свои права в суде. В таком случае работодателю придется самостоятельно доказывать, что увольнение было законным. Он обязан будет подтвердить, что разглашенные работником сведения действительно относились к коммерческой тайне. Эти данные стали известны сотруднику в результате выполнения им своих должностных обязанностей. Работник действительно обязался не разглашать полученную им информацию, но нарушил это обязательство. Тогда также возможно наступление и уголовной ответственности. Она может наступить в том случае, если сотрудник получил доступ к коммерческой тайне незаконным способом, например, путем кражи документов, подкупа ответственных сотрудников, шантажа, угроз и так далее. В этой ситуации можно получить крупный штраф до 500 000 рублей или даже лишение свободы на срок до 3 лет. Сумма штрафа и срок заключения могут быть увеличены, если будет доказано, что разглашение коммерческой тайны привело к крупному ущербу для компании или было совершено из корыстных побуждений. Кроме того, может наступить и административная ответственность в случае, если не наступила ответственность уголовная. Штрафы для гражданских лиц за разглашение секретной информации с ограниченным доступом составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц сумма штрафа будет выше от 40 до 50 тысяч и от 100 до 200 тысяч соответственно. Подведу итоги. Защитить коммерческую тайну поможет правильно установленный на предприятии режим коммерческой тайны, а также наличие всех необходимых документов. В таком случае фирма будет юридически защищена от ситуаций, в которых возможно разглашение коммерческой тайны. А если такое разглашение все же произошло, то компания может отстоять свои интересы и доказать свою правоту в суде. На этом все. Хотите знать больше? Плейлист «Защита деловой репутации» – это must-have для бизнесменов и не только. Самые актуальные и полезные видео о том, как сохранить имидж в эпоху стремительного распространения информации.
И большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Есть вопросы? Не откладывайте. Пишите их прямо сейчас в комментариях. И наши юристы из компании «Роско» ответят вам совершенно бесплатно. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. Будь в курсе. Будь с «Роско».